Представляем TurboKids S3 – новый Android-планшет, созданный специально для детей. Давайте рассмотрим новинку поближе. Корпус планшета изготовлен из мягкого пластика Soft Touch. На передней панели планшета, помимо 7-дюймового дисплея, можно обнаружить фронтальную камеру 0,3 мегапикселя. Тыловая панель оснащена камерой 2 мегапикселя, слотом для карт microSD и внешним динамиком. Органы управления и разъемы планшета сосредоточены в его верхнем торце. Это кнопка включения, разъем для наушников, разъем microUSB, гнездо для подзарядки и качелька громкости. Нижние и боковые торцы совершенно гладкие. Операционная система TurboKids S3 Android версии 4.2.2, работающая плавно и отлично реагирующая на ваши касания. Разрешение 7-дюймового дисплея TurboKids S3 составляет 1024 на 600 точек. TurboKids S3 работает на базе чипсета ROGchip 3026 с двухъядерным процессором ARM Cortex-A9 частотой 1000 МГц и двухъядерным графическим чипом Mali-400. Объем оперативной памяти устройства составляет 1 ГБ, а объем встроенной памяти — 8 ГБ. Главной особенностью TurboKids S3 является его фирменная детская оболочка с обновленным интерфейсом. Красочные иконки категорий позволяют ребенку перейти к списку обучающих программ, фотографий, клиентам почты и социальных сетей и игр. Также на стартовый экран оболочки TurboKids вынесены иконки таких приложений, как Litres, детский онлайн-кинотеатр ivi.ru, камера, интернет-браузер и маркет Google Play. Нажав на кнопку в левом верхнем углу, ребенок сможет выбрать свой профиль, в котором сохранены все его настройки. Кнопка в правом верхнем углу предназначается для родителей. На всех планшетах TurboKids стандартный пароль TurboKids 123. После ввода пароля родители смогут изменить настройки профилей и приложений, задать таймер работы планшета и выйти в изначальную оболочку Android. На TurboKids S3 установлено более 60 полных версий игр, головоломок и обучающих приложений по рисованию, математике, русскому и иностранным языкам. В боксе устройства вы найдете USB кабель, наушники, зарядное устройство, USB OTG переходник, а также гарантийный талон и руководство пользователя. Планшет TurboKids S3 доступен в трех ярких расцветках – оранжевый, синий и зеленый. Детский планшет TurboKids S3 можно по праву назвать лучшим планшетом в своем классе. Уникальный набор приложений для всестороннего развития, безопасная и функциональная детская оболочка, которую родители смогут настроить на свое усмотрение, и отличная цена – вот секрет популярности детских планшетов TurboKids S3. MVideo. Нам не все равно.